Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Vivax Fly 6 изменить время тайм-аута экрана. Для этого в первую очередь открываем настройки. Затем переходим в раздел «Экран», дополнительно «Время отключения экрана». И здесь можем выбрать время отключения 15-30 секунд. Также это может быть 1, 2, 5, 10 или даже 30 минут. Я выберу 2, и мне этого будет достаточно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!